так, господа, добро пожаловать на очередную серию по дальнобою. В этой серии вы увидите то, как я взял груз, возьму груз на Москву, Московскую область. Один груз у меня уже загружен. Останется мне загрузить. Сейчас нахожусь я в городе Пермь, всем знакомая, всем любимая. И останется мне загрузить один груз. Это будет у нас 8 палет американских, какая-то тары упаковка. Сейчас у меня в кузове загружены доски, вагонка, буквально там килограмм около, ну, около тонны, наверное. Немного совсем, кубов 5, наверное, или 4. Это было вчера, я грузил. Грузил я это в Красноуфимске по дороге с Екатеринбурга на Пермь. Как, если кто-то смотрел старое видео, предыдущую серию, то я выгружался в Екатеринбурге. Потом, для тех, кто новенький на канале, ребята, я работаю на одиночке, езжу без прицепа пока что, и тем самым зарабатываю себе на жизнь дальнобоем. Вожу грузы по всей России, по области, вообще везде, куда только можно ехать. Вот, поэтому сейчас у меня загружено буквально тонна, еще будет 6 тонн. Там еще будет сейчас загруза 6 тонн. И все это дело мы повезем в Москву. Вот. Немного, если получится, если можно будет снимать, я вам засниму эту дорогу. Ну, дорогу я вам по-любому сниму, я засниму вам погрузку, потому что не везде разрешают снимать на самом деле, ребят. По ставочке, кому интересно было, ставочка у нас, ребята, если я не ошибаюсь, это в сторону Москвы, это, короче, немного на самом деле. Это не с Перми, на самом деле, тоже недалеко, это не с Екатеринбурга, не с Челябинска. Для тех, кто следит постоянно за моим каналом, я вчера переехал с Екатеринбурга до Красноуфимска, там загрузился. Это было что-то километров около 200. И с Красноуфимска я доехал еще 200 где-то до Перми, да, вот до загрузки. Потом сегодня погрузка, сегодня едем, и в понедельник у нас выгрузка. Так что смотрите дальше, не пропускайте. Обязательно, кто новый на канале, обязательно подпишись, поставь лайк и нажми сверху колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, потому что видео выходят не каждый день, не по субботам и не по воскресеньям, они выходят просто как получится. Я не знаю, как это, как так, потому что я не могу вам каждый день монтировать, я сам монтирую, я сам выкладываю, все делаю сам, поэтому за меня никто ничего не делает, приходится все делать самому, и так как я сам и работаю, и занимаюсь ютубом, времени не хватает, на ютуб надо очень, ребята, много времени, прям вообще, прям вагон, и много интернета. А у нас у дальнобойщиков интернет есть, но интернет у нас на трассе, он слабенький, он плохой, поэтому пока так, ребята, извиняйте, пока технологии у нас еще такие сверхскоростные не дошли, будем выкладывать видео, как смонтируется, как загрузится и как выложится. Но я думаю, вы все останетесь довольны, так что смотрим, поехали. Ребят, очень холодно.
14, наверное. Ребята работают. Будем грузить полиэтиленовые пакеты, утрамбованные на палетах. 8 палет американских. 1,20 на 1,20 метра. Поэтому место позволяет, место войдет. По весу будет 6 тонн. Наверное, вот карой нам будут грузить. Ну, сейчас узнают, сказали, и загрузят. Вот так выглядит наш груз. Дощечки. Видите эти? Вагонка, скорее всего, как-то так называется. А, еще и стоечки, короче. Город Екатеринбург. Вот так, ребята. Сейчас будем грузить палеты. Вот такие, ребята, палеты. Там мешки. Видите, разные. Так вот грузят. Начинают. Так вот это все и будет. Все. Меня загрузили. Здесь прекрасно. Можем ехать. В принципе, на по весу нормально. Где-то тонн 7 общей сложности. Хочу подстричься, ребят. Еще давно. Не знаю, где найду я эту парикмахерскую. Но здесь, может, в Перми пока время. Время 11. Выгрузка будет в понедельник. Поэтому, по идее, время-то у меня есть. Но я хочу экономить его. Так что нормально так, загрузочка у нас. Полная машина, груз равномерный, поэтому надеюсь, что потянет. Ну все, едем дальше, работаем. Был в кафе, кафе «Застава», это перед развязкой на игру и на Воткинск. Очень вкусное кафе. Цены недорогие, на 300 с лишним рублей с копеечкой. Я поел первое, второе, салат. Еще даже воду взял попить. Я считаю, это недорого. Дальше по дороге, как она будет складываться, поеду я через игру, через Воткинск не хочу. Потом Челны, Казань, Чебоксары, ну и как обычно по М7. Так вот, ребята. Короче, будем так ехать. Так что время прибытия у меня стоит так, 8:50 утра. Ну, нормально, завтра, надеюсь, уже буду, к вечеру буду уже в Москве. А завтра у нас, почему я хочу приехать завтра вечером в Москву, потому что у моего хорошего друга день рождения, и будет праздновать он завтра. И хотелось бы успеть приехать к нему на день рождения. Так. We'll be right back.
сидели гаишники Удмуртии на посту перед Ижевском, перед объездной. Короче, опять докопались до моего тахографа, что он у меня шайбовый, вроде как, а надо аналоговый. Я говорю, блин, я всю Россию вашу объехал, блин. Да что, ты совая была, да? И ни хрена. А до этого меня останавливали еще в Перми. Он проверил шайбу, я ее каждый день, правда, заполняю, да. И все, и нормально. Отпустил. А этот такой хотел мне выписать штраф, показать, что там, где-то там, короче, все печально, что ну, нужна шайба. Вот. Типа шайба уже что не работает и все дела. И представляете, у него кончились протоколы. И он, а протоколы были у второго его напарника. А он на улице, этот ему по громкой Миша, Миша, Миша уже, короче, не слышит, похоже. Или что-то там такое и все. В общем, он добрый оказался человек. И отпустил меня. Поэтому еду, радуюсь, что мне не выписали штраф. Знаю, что будет в Татарстане. Увидите, посмотрите. Ну а пока едем. Господа, едем потихонечку. Подъезжаю я уже. Время. 4 часа. В Удмуртии я не помню какое время, на час раньше, по-моему. 4 часа. Я объезжаю в Ижевск. Ну, осталось мне немного. 1200. Я буду в Москве. Началась республика Татарстан. Красивые ребята, закат, вот если правда видно будет. Вот. А я качусь, осталось мне 1050, как бы уже по чуть-чуть приближаюсь. Здорово, народ, снова здорово. С кем еще не виделись, кто меня еще не видел. Я сейчас в Чувашской республике, ночевал здесь, вчера ехал. В общем, нормально я так ехал вчера. Ну, хотел дотянуть до Нижнего, не дотянул. Вот. Поэтому сегодня у меня цель доехать до Москвы. И эту цель, я думаю, сегодня преодолею. Вот. Постараюсь, по крайней мере. Так как я напоминал, что сегодня день рождения моего хорошего друга, мне надо сегодня успеть приехать к его дню рождения. Москва 600 километров, мне Нижний 200. Поэтому 600, ну 600, кстати, ребят, да 600 это немного, это 8-9 часов по сути, да. Ну 10 это... с остановкой там покушать, там я не знаю. Хотелось бы, конечно, в парикмахерскую сходить, но все это в проекте, поэтому без понятия вообще, успею я сходить, куда успею, не успею. В общем, погнали, смотрите дальше.
вот, ребята, почти уже и Московская область. Осталось еще немного. Надеюсь, что я успею. Наверное, видос будет называться «Успеть за сутки до Москвы». Вот, наверное, вот так вот. Владимирская область встречает меня. Встретила уже. Нижегородскую проехал. Сейчас двигаюсь по Владимирской. А потом будет и Московская. Стекло грязное, на стекло даже не ставлю, потому что... Потому что на улице сыро, очень сыро. Тепло, сыро. Незамерзайки у меня не так много, чтобы постоянно чистить его вам. Экономлю. Ну, вот так вот, поэтому. Потом, чуть позже, если будет суши, буду снимать. Но я, в принципе, я особо не устал. Но, тем не менее... А сегодня выспался нормально, по идее. Сколько часов? 6, наверное, я дрыхнул. Нормальный армейский сон. Поэтому должен я успеть сегодня приехать вечером. Опять машина будет в Пушкино. Я сам буду в Софрино. Так что, ребята, вот так вот будет. Жалко, видео выйдет позже. Поэтому, ну что делать, ничего, вот так вот, по-другому-то никак. Московскую область, как обычно, заваливает снегом, когда я приезжаю. Опять все в снегу. Когда я приезжаю летом, тут идет дождь. Когда я приезжаю зимой, тут идет снег. Закономерность прям. Сейчас опять все засыпет. Будет капздец полный. Москва, ребят, 36 километров. А я буду ходить сейчас направо на Ногинск. Объезжать его. На, скорее всего, вон дом. Сюда форчики. Приехал я опять на эту стояночку. Сейчас, секундочку. Так, ребят, ну все, добрался я до стояночки, до Жениной в Пушкино, где Женя стоит. Петрович разрешил, вот стоит МАН ТГА, на котором Женя работал, это брата его. Его еще мы поснимаем, короче, посмотрим, вернее. Ну а я погнал на денюху Жени, и у него 30-ка сегодня, поэтому все, ребята, я собираюсь, сейчас у меня уже вызвано такси ехать, получается, ехать я буду в Софрино, там Женя отмечает свой юбилей 30 лет. Поэтому всем спасибо за просмотр. Кто смотрел это видео, ставьте пальцы кверху. Кто не подписался, обязательно подпишитесь на канал. Под колокольчик такой сверху, там нажмите его, чтобы не пропускать новые видео. И обязательно увидимся. Так что до встречи, всем пока.